Приветствую вас, актеры и режиссеры, с вами Максимилиано Джонс, и мы продолжаем проходить слои ужаса. Как вы помните, мы с вами прошли первую часть, а также два DLC к нему. Если вы вдруг пропустили, то здесь будет в подсказке ссылка на видео, а также в описании. В этот раз нас с вами ждет история кинозвезды. Это вторая часть, в которую я никогда не играл, поэтому для меня все будет впервые. Также это самая долгая часть, поэтому прохождение ее мы поделим на несколько видео. Первая из них будет длиться 2 часа и будет включать в себя 2 главы плюс каюту. А также я хотел бы поблагодарить вас за поддержку, тех, кто смотрит, кто ставит лайки, комментирует, спасибо вам большое. Игрушка мне безумно нравится, поэтому мы продолжим ее прохождение, пока не дойдем до конца. Так как все равно игр других-то и нет сейчас на релизе. Но давайте-ка не будем ждать и приступим к игре. Погнали. Осталось понять, что мне нужно сделать. I always could. Вот оно что. Я обошел все предметы, потому что когда закончилась первая глава, они нам предложили дополнение пройти, но все остальное повторялось. Типа их не обязательно было, видимо, проходить. Но сейчас я созвонился, и получается, мы просто подходим к картине, и что-то происходит. Мы сжигаем ее. Чтобы перейти ко второй части. А где картина? Мы ее забрали, что ли, с собой? Чего? Она же здесь висела. А куда крысы побежали? Сюда, да? Ну, здесь ничего нет. Здесь я уже был. А здесь я нашел ее предыдущий портрет. Он все еще там? Да, он все еще там. Хорошо. Видимо, страшилка в том, что я должен снимать эту картину отовсюду. Чуть 25-й кадр там был? Так, ну, видимо... Ага. Надо идти за крысами. О, вот это письмо мы читали уже. Мы его уже читали. We are delighted that after a decade, you still remember about our hermitage. Make yourself at home. I mean, I've... В предыдущей главе, если что... Здрасте, воспользуйтесь подсказкой на этом видео. Типа все, садится писать. Вместо сына теперь. Угу. Все, да, можно садиться писать, но я хочу изучить, может, что-нибудь новенькое появилось. Если что, перемотаю. Не, все по-старому. Ладно, садимся тогда писать. Погнали в новую часть. Let's get this over with. История кинозвезды, каюта. Все, это начало игры. Мы сразу переносимся в какую-то дичь. Да, жутко. Ну, погнали. Жижка стекает. Ну, из того, что я видел, я же не играл во вторую часть, я только посмотрел трейлер, да и все буквально. То есть для меня это впервые, там вроде на корабле все происходит. Фу. Нормально так она его. Полностью согласен и поддерживаю. Вот это осуждаю, конечно же. Ты мне мешаешь. Перестань, я тут пытаюсь слушать. Господи, да помолчи ты секунду. Так, еще раз. Угу.
Видел, да, чего ты меня отвлек, дурак? Очень интересно было все. Создание персонажа, собрать воедино воспоминания, грезы и страхи, подготовиться к главной роли. Что это? У вас слово роли не вошло, а у меня куда-то вылетела игра, алло. Я здесь? Я здесь. Письмо. А никто озвучивать не будет в этот раз, я понял. Я так давно пытаюсь завершить начатое. Я почти потерял надежду, и вот мы здесь. Красивая Хоук. Что-то тут все горит, я... Сон. Ладно. Вообще ничего читать не будут. Все мне читать? Ну, хорошо. Надеюсь, все хорошо. Не забывай, о чем мы говорили. Сосредоточься на том, что умеешь лучше всего. Ступай в свое особое место. Найди себе мотивацию. Создай персонажа. Поверь, оно того стоит. Я буду тебе писать. Счастливого пути. Твой друг и агент. Все. Что за друг, что за агент? Ладно, что ты там хотел? Что это? Что-то. Наверное, так лучше оставить. Всего один слайд. А, мы, видимо, добавлять туда будем все. Наверх, наверх можно. А куда мне по сюжету надо? Вот в чем вопрос. Главное, что туда не пойти. Чтобы найти предмет, чтобы в него прицелиться. Мы... Это снайперская разве? Ну, я ничего не вижу. Ну ладно. Здесь, скорее всего, будут храниться ключевые предметы. У нас есть хоть одна пленка? Есть, кстати. Так, погнали. Why are we here? They asked. Although they already knew. To build the character. To act. That was what they did for all of their lives. They did it for love. Did it because of a burning passion. A flame within them that wanted to be set free. And above all, they did it to run. To forget. To be anyone else. Everyone else. To keep the one story that mattered. The one that really happened. Unused and intact. Secret. They couldn't even recall it now. They would, though, walking the corridors of this strange ship and the ship from their past, remembering their first characters and why they played them, remembering the borrowed bravery of the pirate crew, finding out who they were before they learned to put on all the masks. In their time, they played the parts of many men. Observed others and were observed. Wore the characters as if they were second skins. Layers upon layers of people who wore their face. Now it was time to shed these skins. To meet themselves again. To remember. To choose. Ну, знаете, презентация Microsoft мне не очень понравилась. Какой-то Starfield так себе. А, в смысле запустилась? Какая загрузка? Подождите, я ж не успел ничего изучить. Создание персонажа, подготовка, исследовать. Кто я? Где я? Хороший вопрос. Кто я? Кто ты? Класс! Я весь пролог пропустил, но будем надеяться, что внизу двери были закрыты все это время. Ну, пожалуйста, ну озвучите хоть что-то. Глубоко уважаемый путешественник. По распоряжению режиссера всем пассажирам и членам экипажа воспрещен вход в данный отсек корабля. Желаем вам приятного дня. Икарус Трансатлантик. Ладно. А где звуки вообще в игре? О. Появились. Повернуть. А! Как спалось? Да, не, на самом деле дерьмово спалось, если честно. Пришлось выпить стакан виски и снотворного еще потом шлифануть, чтобы уснуть.
Если эта сраная звезда продолжит ворочаться и орать по ночам, я спрыгну за борт. Боишься моря? Ну так не лезь на корабль, черт подери. Так не боишься моря? Как можно бояться моря? Но я на самом деле очень хочу на кораблике таком поплавать. Знаете, мне кажется, прикольно в круиз такой. Главное, чтобы как в этой игре не было, я думаю. А так почему бы и нет? Listen, once you get there, just do what you have to do. Get to the set and build this character for him. That's all that matters. Nice is comma. Ладно, все, здесь ничего нельзя взять. Радио говно. Понял. Это мне нравится, когда только один выход. Слушайте, красиво выглядит. Но будь у меня видеокарточка от зеленых, ух, какая красота бы здесь была неописуемая. И отражения бы работали, но... Я нищ. А что это делает? Понял. Надо вниз опустить. Вниз! Yeah, I know you've told me a million times how much you hate the sea. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Угу. Так все-таки она боится моря, а ее взяли с собой. Молодцы. Ну все, поехали. Ить! Ить! Let's go. Ить! Можно сесть. Да, можно сесть, кстати. А. Страшилка получается. Только я, видимо, ее сломал скриптик и дальше просто поехал. А точнее, поехал. Оп. All third class passengers this way, please. Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. Понятно, надеюсь, зайцев здесь не было. Возможно, они и убийцы. А страшилка-то где? Слишком как-то коридорно. Я понимаю, что я в коридоре, но в плане того, что, ну... Там же тупо ничего нет. Вот решетка и там... Не... А, вентиль. Ладно, ладно. Окей. Ну, какая-то вялая страшилка, если честно. В первой части, что ли, атмосфер не было? Можно? А я открывал, да? Да. Верхняя часть страницы оторвана. Этот режиссер первым решил снять свою новую картину на борту океанского лайнера, следующего через Атлантику. Детали сюжета держатся в тайне, однако надежные источники утверждают, что главную роль исполнит... Вероятно, это логичный выбор, учитывая блестящую карьеру и множество признанных критиками ролей. Похоже, недавние тревожные слухи о личной жизни этой знаменитости режиссера не смутили. Видимо, об умне. Знаете, я вспоминаю, один фильм был очень старенький и очень дерьмовый. То есть его сейчас вообще просто невозможно смотреть. По-моему, назывался «Корабль-призрак». Что-то типа такого. Может, кто-то смотрел. Может, кто-то вспомнит. Вот напоминает его. Там сцена прикольная с леской и танцами. Нам сюда? Понятно. А у меня язык сломается скоро, ребят. То есть, понимаете, когда я проходил, типа, в первую часть, там было много записок, но я такой, ну и ладно, там озвучены они, все, мне ничего читать вслух не надо, а вот во второй, если будет куча записок, и они не озвучены, то это беда.
Так, кому? Начальнику службы безопасности. На следующей неделе вступают в силу новые протоколы. Вы несете личную ответственность перед компанией за их осуществление. Все охранники должны быть подготовлены к подробному инструктажу. Как вам известно, нежелательные лица уже были замечены на борту этого судна. Мы должны сделать все, чтобы этого не повторилось. Иными словами, никаких безбилетников. Окей. Оп. Ту же арку. Ключ. Так, а что, страшилка-то будет? Отсюда ключ? Да. Походу, в этой игре будут прятки. Ну, лучше бы мне фонарь, конечно, из первой части. Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured. All that nonsense. А это что, это типа художник будет в этой части? У него же с ногой были проблемы. Прикольно, если они объединят первую и вторую часть. Угу. А наш персонаж немой, как всегда. Хотя нет, в первой части был не немой. Столько оружия лежит. Я бы уже взял что-нибудь в руки. Кто-то шепчет. А, классно, я азбуку Морзе же знаю, да, идеально. Угу, белый шум. Блин, знаете, что я подумал? Дайте я секундочку, я научусь отправлять СОС. Погодите. Так, я посмотрел в интернете. Три коротких, три длинных, три коротких. О, отправить сигнал СОС! Достижение мне дали. Вот это, понимаете, гений какой я. Класс, у меня получилось. Все, я понял, я неправильно прочитал в интернете. Класс. Я так и думал, ну, я не знал, правда, но я подумал, раз оно здесь стоит, наверное, можно СОС отправить. Ну, я гениус, честное слово. Там что-то открылось, но мне неинтересно, когда столько здесь интересных мест. Ой, боже ж ты мой. Ой, ладно. Добросовестная актерская игра, занятие страшное. Нужна невероятная храбрость, чтобы отринуть собственное самопознание. Не просто сыграть, а стать персонажем. Не каждый обладает таким ужасом. Однако такое встречается. Вчера мне довелось лично наблюдать это явление в театре Majestic. Как известно, моим постоянным читателям слов на ветер я не бросаю. А удовлетворить мой взыскательный вкус непросто. И тем не менее, исполнитель главной роли в той пьесе лишил меня дара речи. Игра поражала своим бесстрашием и была без преувеличений превосходной. Человек на сцене будто исчез у меня на глазах и уступил место своему персонажу. Страница оторвана. А где имени разборчиво? А, ну ладно, вижу. Все, время какать. Господи, мне за записками надо садиться. Ну все, смыли, молодец. Почему два крана? Ну ладно, один для горячей, один для холодной. Буржуи себе могут позволить. Хотя ладно, в каких-то странах, по-моему, так и работает, что два крана. В Америке это, в принципе, используется, по-моему, для мытья рук и мытья продуктов, типа два отдельных. А где-то я видел, что отдельно прям горячее и холодное, и потом ты миксуешь, типа, как жижку под вейп. Типа. Вот, нужно. Это слайд. Можно? Ну, пожалуйста. Спасибо. Ну, что-то вторая часть вообще намного хуже первой сделана. Я уже сказал ему, что ты отказываешься из-за своей дурной упертости, а он сказал передать тебе, что ему казалось, будто родня тебе важнее. Я сказал, что нет у меня никакой родни, а он только рассмеялся.
Понятно. А какие я эту дверь вначале пропустил? Есть что-нибудь покушать? Хочу кушать. Блин, зеркала не работают. Что это? Makes his actors jump through hoops before he even lets him on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. А, ну я понял, это типа Шайа Лабаф, да, ведь это по методу Станиславского, он вжился в роли и начал всякую херню творить. Либо это Джаред Котлета, он тоже же там, когда Джокера делал, всякую дичь вытворял. А мы откуда пришли? Мы оттуда пришли, да ведь? А, здесь закрыто было. Фу, все, память как у рыбки. Угу. So what if the guy's a little nuts? He's a director. He comes with a job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Походу, да, походу убил. А, это одна и та же комната, я понял. Только она меняется. Маска. Очень плохое взаимодействие с предметами в этой игре. Очень плохое. Так, как уже известно большинству из вас, на борту нашего судна будут проходить съемки голливудского фильма. Мы высылаем вам подробную информацию о том, на какие палубы закрыт доступ рядовым пассажирам. Главная просьба актеров и съемочную группу не беспокоить. Окей. Класс. Кто-нибудь что-нибудь видит вообще? Настройки яркости я не нашел в этой игре. Так что извиняйте. Шит. Мне объемное звучание, но он одновременно говорил это всюду. Манера крутит мир. Или как там? Я не знаю, я молодежные песни не слушаю. Только тиктоки смотрю, чтобы помолодиться. Ладно, ничего не работает. Ну, там кто-то был, 25-й кадр, я видел. Погодите, а может он здесь стоит? Смотрите, какая-то хрень. Что это? Может, я с ним сейчас целовался? О! Кам? Не надо make you come, не надо. Я пойду, пожалуй. Многие пытались стать частью моего величайшего творения, словно был какой-то выбор. Лишь один может воплотить эту роль в жизнь. Лишь один может создать образ персонажа на собственных руинах. Свет погас или нет? Кто? Кто в меня верит?
Я хочу найти эту женщину, я хочу, чтобы она провела со мной всю свою жизнь. А жене не скажем. Угу. Я слышу звуки в жизни, а не в игре уже. О, птичка. Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. Ничего себе, Том Харди принимал участие, прикольно. $399 это пароль, да? Ну, я понял. Я хочу все изучить. В пиратов играли, окей. И... А, мне надо смотреть. Господи, это самое тупое, что я видел в жизни. $399, да? Как будто я в этих, знаете, как его, Apple Premium Pro или, господи, Vision Pro, да, понимаете, надо смотреть на то, с чем хочешь взаимодействовать. Ля, дед сидит. That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, Quartermaster, or I'll have you walk the plank. Понятно, девочка арбузер. В каждой игре существует свой арбузер. В прошлой игре художник. А если я сесть хотел? Мужик, как дела? Что пьешь? Ну пей. Блин, я думал, это ткань. Ничего, и как это поднять? Пане... А, во. Я думаю, головоломки уже пошли. Нормальная туса у ребят. Я обойду вас, ладно. А, все, все, я понял, я понимаю, я понял. Да. Ну идеально же! Господи, до этого было идеально? Ну что ты врешь? Манекены китайцы, видимо, делали качество говно. Господи, да меня сейчас укачает, перестаньте. А что, там можно? О, можно. These images, memories of you, they've been haunting me. And yet you cling to them, because without me, you have nothing. Ничего себе. Мы, видимо, играем вот за эту секси-няшу, обаяшу. Это классно. Найдите первую киноафишу. Мужик, все нормально? Ты сгорел на работе. Крест. Крест это клад или это смерть? Ну, понятно. Выбора все равно нет. Ну ты и придурок, конечно. Хоть смотри, куда идешь. Вот же крест. Малахов крест. Можно, нет? А, все, мы типа в начале оказались.
сишки? I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. А, мелкий, блин, больной. Hi. Left by fellow pirates, no doubt, to lead us to a safe harbor. Подождите, это что такое? Кричат тень. Ну вот. А я думал, опять что-нибудь сработает, может, если я стану тень в тень. Ну, откройся. Да господи, стоит. А, все. Это пленка. Так, 22.05, окончание перерыва, последний механик покидает судно по сходням на кормовой палубе Е. Патрулирование береговой линии у судна, патрулирование у зоны погрузки, видел чей-то силуэт. Маленький, предположительно ребенок, попытался догнать, но никого не нашел. Окончание дозора. Какие-то дети сюда пробрались, это они здесь пиратов играли. В поисках лучшей жизни отправились. There she is, Mr. Hardy, the fastest vessel ever built. Ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard. Quietly. Угу. Понятно. Вот деткам не повезло, конечно. В кошмар попали. Че такое? Че, ты больной, что ли? Куда ты стреляешь? Пусти меня лучше. Ну там этот мужик стрелял в нас. А можно? Блин, все, бабок нет. Ну как в реальной жизни? Продала я кейсы эти в CSGO. А сейчас бы был богатый. Ну все, золото уже не вернуть, как и биток. О чем думаешь, старец? Ну что, я ваш капитан теперь. Если бы я еще мог схватить этот штурвал голландский. Все, погнали. А, нет, я за мужчину играю. Господи, как... О, все. Да, лучше бы, конечно, за женщину. Шпага. Avast, Mr. Hardy. Too many of them scurvy dogs to take head on. Lily, I want to go home. Quartermaster, steel yourself. Be your heart soaked in doubt. Or be there a fire burning within. Я думаю, первый вариант. Ключ. А! Страшилка получается. Такая нафига. Так-то лучше. Все? Че, к чему это было вообще тогда? А эту я открыть не могу, потому что игра потрясающая. А, нет, могу. Оп. А все равно закрыто. А вот здесь был, да, путь? Ну, черно-белый. Страшилка получается, да? Так, элитные работы по дереву. Федор Васильевич и сыновей.
Один крепкий деревянный сундук из цельного дуба, окованный железом и дополненный кожаными ремнями и ручками для переноски. Способен вместить взрослого человека. Надеемся, вас удовлетворит за результат нашей работы. Спасибо, Федор Васильевич. Yes, он наш. Это, кстати, я по жизни. Готовься вернуться назад. Не, не хочу. А я, типа, может, не все эти клочки собрал? Здесь должно быть слово. Я, типа, первый пропустил, третий. Предпоследний. Ага. Не понял. А потом как? Понял? О! Ну, наконец фонарик. Блин, все-таки монстров придется убивать. Чего? Прикольно. Какое достижение мне дали? Погодите. Блин, я не понимаю, как сейчас работают достижения. Найдите способ его сдержать. Кого? Я кого-то только что сдерживал? Что делать? Туда-сюда, туда-сюда. Все. Я сдаюсь. Оу, прикольно. Слушайте, это классно. Это очень классная механика. Мне очень нравится. Мне не нравится вот это, что с этим делать? Да, я конченый, понятно. Он мне типа не давал пройти, окей. Манекен, кстати, пропал. Но мне нравится эта технология с фонариком. Какого бега? Какого бега? Куда бежать? Алло. Куда бежать-то? А, типа, мне под фонарь нельзя попасться. Бля, дядя. Покажи, что умеешь. Понял, ничего не умеешь. I know you did it. You killed her. Truth is, it was her killing me. Slowly. All this time. Типа из кино фразочки. А, все, вижу, 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 вижу. Сейф. А сейф в этой комнате или не в этой? Может, не в этой, а в следующей? Не-не, где сейф? Мне дали этот шифр от сейфа. Типа влево, вправо, влево. Может, он там был? Нет. Ну ладно, сейф я не нашел, просто давайте идти дальше, да и все. Может, там он где-то будет. К сожалению, уже ничего с этим не поделать. Благодарю.
А, вот сейф. Так, мне, я знаю, куда крутить. А где подсказка? Вот он, да-да-да, я уже знаю, куда его крутить. Так, 10 направо. Господи. Да что? Алло? Господи. Не, может то, что я новую мышку купил, конечно. 80. Я все правильно сделал. Так, 10 направо, окей. Да я не могу, да что же, да что ж такое-то? Все, получилось. Не, это не в мышке дело, это именно так крутить надо, я понял. Так что, ракушка. In the land we've seen behind shut eyes, the one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother. Красиво. Только где? Почему я куда-то перенесся? Я опять пропустил что-то. Здесь у нас лодка. Хранение. Так, братик, что ты мне покажешь? Опа, опа, встает. Это мне. Благодарю. Благодарю. А вот это тоже мне? Мистер Том Харди, квартирмейстер. А это очень важная должность, потому что квартирмейстер доставляет экипаж к месту назначения и следит, чтобы еды и рома хватало на всех. Мистер Том Харди очень предан капитану и всегда выполняет его приказы, потому что он капитан, а не мистер Том Харди. Бесстрашный лидер. Иногда капитан сердится на мистера Тома Харди, но лишь потому, что заботится обо всей команде. По правде говоря, ничего мы не узнаем. Еще фрагмент пленки. Открыто. А здесь? А здесь я ключом открыл. А еще мы пойдем сюда. Not all lives are created equal, but one can become a vessel to carry within the flame of another. Who are we to deny it? Who are we? Не хотел бы стать сосудом, конечно. Такой себе. А, все, мы вернулись, да? Домой, типа. Ну, давайте. Все. Хватит. А, подожди, здесь что-то есть. Типа дверь появится, окей. Понял. Дверь появилась. Теперь я могу дальше взаимодействовать? Нет, она все пропала, окей. Мне интересно, что есть на кадре еще. Ну, ладно, ничего интересного. Все, черный. Что мухи делают?
О, это же Сияние. Помните этих девочек-то на велосипеде? И этот пол точно такой же. Стэнли Кубрик это был, получается. А недавно же ужастик на Netflix вышел от создателей сериала «Тьма». Нормально. Тоже про корабль. А, кстати, чекнуть его, что ли? This fellow is wise enough to play the fool. Красиво, красиво. Запомню на всю жизнь. Это мы видели на слайде. Что это значит? Figures, faces, voices from the past, wrapped in a heavy old bag. У меня есть предположение одно не очень хорошее. Что мы поехали умом, и по сути это не манекены все это время были. Да вообще убийцы это мы, наверное, 100%. А это не манекены, это настоящие люди. Просто мы их так видим. Потому что мы конченые. Не знаю, так ли это на самом деле. Но они в 30 FPS. Так, ладно, тихо. Нюхать там не надо. О, это мне? Благодарю. Морфеус, это был ты, что ли? Ладно, все, я пошел. An act of creation always begins with an act of destruction. Благодарю. Что это? Козякака или что? Что это? One life ends, another begins. One life ends. The right one. Не обязательно, да? Я так понимаю, надо взять и выбрать, в кого стрелять. Можно ни в кого не стрелять. Ух ты, все. Пока. А, я пулю здесь подобрал. Может, мимо выстрелить? Нет, я прямо обязан выстрелить. Я не знаю, в кого стрелять, мужчину или женщину. Я ни ту не знаю. Чего ждать? Я могу подождать просто, да. Может, тогда это, типа, отменится? Я чайку пока попью. Чего ждать? Ну, подождем чего-нибудь. Вот зачем мне стрелять? Че, неужели у меня нет выбора вообще никакого? Че за бред? Я не знаю, в кого стрелять. Ну, давайте в мужчину. Надо выбрать правильную. В мужика типа нельзя выстрелить. No.
А может, если бы я опять попытался выстрелить мужика, мне бы сказали, ты конченый, ладно, иди просто так. Ты как, тут нормально? Не понял. Дырка? Дырки нет, разработчики говна, понятно, все. Я разочарован. Чего она внизу была, дырка? Чего вы врете-то? Блин, законы физики в курсе вообще, как работают? Куда? Почему музыка нагнетается? Что там? Эту штуку я не могу двигать? Нет. А здесь пули уже нет. О! Но я не могу открыть. Дверь мешает. Ну а, чуть-чуть, 25-й кадр здесь был. Опять я все страшилки прозевал. Ну что это за человек-то такой, а? Игра хочет, чтобы я пугался. О! Привет. Здесь типа тупик, я понял. Ну, а там вообще в воздухе висит. Я не было видно, конечно. Вон видно. Там просто в воздухе. Что за призрак? Так, братик, ты явно вспотел. Давай-ка я тебе проветрю немножечко, ладно? Лучше обдувает? Классно, да? Ну, давай, отдыхай. Братик, выпусти меня. Не надо. Что ты, меня стрелять собрался? О, благодарю. Благодарю, месье. Спасибо. Спасибо. Это Слендермен, что ли? Ну, я пошел тогда. А, закрыто. Блин. Закрыто. Чё-то Слендермен забыл вообще. Ты перепутал вселенную, братишка, не надо так. Look what I found, Mr. Hardy. This chart will lead us away from peril and into safe harbor. Какая-то долгая глава первая. Ля! You shouldn't play with strangers. She wouldn't like that. Это Том Харди. She doesn't like it when you play with anyone but her. Все, Том Харди растворился в воздухе. Но ты еще до известности, получается. Реквизит. Реплика кремниевого пистолета.
порох, патроны, манекены, 100 штук. Нет, видите, это манекены, значит, я не прав. Я думал, что это люди. Угу. Братик, что ты хочешь показать? Давай. Оп. Ладно, ладно. Класс, я сломал, да, игру? Лишь один из нас знает, что нужно сделать, лишь один знает, что на кону, а другому знать не обязательно, и понимать не обязательно, только слушать и играть роль. Он настоящий? Вот я не понимаю, он настоящий? Записки не было никакой. Ну, видимо, спрятаться здесь можно было от него. Я не понимаю, он настоящий? Что? Не убояться? Нет, это монстр. Просто остановили на время, окей, убегаем, значит. Бить его нельзя. Братик, двигайся, двигай, двигай попку. Молодец, спасибо. Все, пока, до свидания. Двигай попкой, главное. Давай, да, 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 да. Вон направлениями даже показали. Закрыл. You know what happens if they find us. They'll send us back. Двигай попкой быстрее, быстрее, быстрее. Спасибо. Благодарю. Братик, благодарю. The door behind you. The hunt. Светлая, крепкая. Моя любимая. Все, монстр ушел. Without me, you are just as lost as they are. Можно мне? Все, глава 2. Мы типа в каюте оказались, да? У меня отражение не работает, дура. Что ты меня пыталась напугать, что ли? Надень маску.
Неплохое начало, раз слышать, что вы с режиссером ладите. Продолжай в том же духе, и мы завершим съемки в два счета, твой друг и агент. Надень маску. Жена Перс, покажи свое истинное лицо. Сам ты жена Перс, понял? Так, у меня новые фоточки. Ага, на корабль. Нормально. В каждом актере сокрытая роль, которую ему суждено сыграть, персонаж, которого предначертано создать, сколоть излишек кровавого мрамора, придать атмосферности очертания, пока не останется одна лишь истина. По спадке можно. Ой, я хочу первый, можно? Спасибо. А, это уже было, окей. Мы вторую нашли. Угу. О, Джеймс. Окей, Джеймс. Я помню, видосик какой-то видел, там репортер подходит к пацану что-то спросить, и пацан говорит: аж не такой лох, как ты, что-то типа такого. Я такой... И ушел. Может, сейчас что-то увидим? О! Бульк. Как кал в туалете получается. Грустно. Раз, два, три, четыре, пять. Ух. Тут только начало игры, я так понимаю. Ну, прикольно, прикольно. Создание персонажа, мотивация, что движет мной, чего я хочу, что мне нужно, каковы мои достоинства, мои пороки. Кто, что охотится, преследует меня. Не знаю, братик, давай узнаем. Что в этот раз за кинцо? Что такое? А. Извините. Now they knew a part of the answer to the director's question. Before the world told them what to be. They were stowaways, hidden deep in the entrails of the beast that was the ship. They hid and fought for survival, losing more and more of themselves. Now they had to descend again into the entrails of the beast that was their own mind. Find what they lost. It was still there, buried, hidden away, locked in a vault. A prison of themselves. Deep down, there was only instinct, a need and an act, hunger and violence. And was there also a choice? Охота, понятно. Ubisoft, конечно, тоже говно презентацию, ну что поделать. Я теперь понял. В этой части 5 глав, да, вот раз, два, три, четыре и 5. И концовочка. Все, я понял. А здесь поменялось что-то? Нет, понял. Это относится ко второй главе. Так, братик, давайте я подвинем немножечко. Благодарю.
Do you remember hunger? Да я на самом деле сейчас голодный. Может вообще сделать паузу, пойти покушаться. Хотя можно добить головой и пойти покушаться. Вообще, наверное, вредно мне кушаться. Мне вообще не кушаться. Я, по-моему, видел, что здесь пленка работала. Ну ладно, может показалось. Yeah, could we take this again? There's something wrong with the picture. I think you must have moved. You just don't look quite yourself. А на кого я похож? Вот это моя фотография, типа? Чертила, получается, какой-то. Ну, я, братик, я тебя опять видел. Угу. Что-нибудь еще новенькое появилось, нет? Кого-то топориком зарубили. Назад уже не вернуться. Угу, это мне нравится, то, что дверь закрыта. Значит, туда никак нельзя попасть будет. Дверь стала красной. Excuse me, I'm such a big fan. Could you please sign... Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Да нет, это я, известный в очень узких кругах стример, ютубер, летсплейщик Максимилиан. Ну что, все, вы узнали, вы не обознались. Ну ладно, ладно, кого я обманываю? Это, я Куплинов. Да, это я. Это мой второй канал. Благодарю, спасибо. А ты куда? Ну, ладно, иди погуляй пока. Страшилка получается. Туда, наверное, лучше не ходить. Ну, там такая дверь интересная. Видите, да, как тупик здесь? Понял, 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 понял. Понял. Зачем я это сделал? Зачем? Тут как будто... Не, это он! Братик, это Динти, спасибо, 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 родной, спасибо, братик. Все, я побежал. Подвиньте, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Аккуратнее, береги себя, ладно? А можно лифт вызвать? Алло! А-а-а! Я умер или так и задумано? Нормально, даже ноги не сломал, это же естественно, это правдивая игра, она полностью на реальных событиях, если что. Фул. Хотя давайте побалуемся. Стоп. Так. Блин, дверь открывается, ладно, давайте вперед тогда. О, это не я, кстати. А вот крест стоит, смотрите, смотрите. Во, крестик стоит, сюда, значит. Все, нет электричества, я отменяю электричество. А, ну я джиниус, конечно, да. Че происходит? Че я вообще делаю? Я окончен, да? Так, лампочка включилась. Это не включается. Крестик здесь.
А, вот типа в это надо, наверное, переставить. Угу. Ну тут еще наверх надо подняться. Можно, точнее. Так и думал. Так, время описания событий. Начинаю патрулирование нижних палуб. С машинным отделением все в порядке. Услышал подозрительные звуки. Пошел проверить. Фонарик сломался. Пришлось вернуться запасным. Ущерб собственности компании. Вычеты заработка. Служебная халатность. Окончание смены. Ничего интересного. Фонарик сломал, деньги заплатил. Все. Халатность. Я бы уволил за такое, за сломанный фонарик. Как дела, пацаны? А! Говнатый кусок! А, фонарик у меня сдох. Тикс. Угу. Пока вроде не сложно. Нам туда, но можно вот здесь проползти, я так и думал. Пленочка. Кушац пропала. Мой животик, нет, только не кушац. Так, эпилептики покинули чат. Причем надолго, судя по всему. Ну, покушать в этой игре мне не дадут, я понял. Закрыто, окей. Ну не, ладно, я не настолько голодный, я передумал. Так, можно сюда? А сюда нельзя, да? Да. Do for now. It's time to eat. Quartermaster, hand me the bag. The mains, the food. It's gone. Нету кушать. You are so delicious. Где вкуснятина? Нет вкусняшки. Почини, пожалуйста. Спасибо, братик. Ты сломал здесь все. Ну, я понял. Братик, поможешь? А! Да, блин. Давай, ну, дочинивай. Так, по вентиляции же он не умеет ползать. Слушайте, мне кажется, как будто эта игра стала страшнее. Не знаю, Слендермен страшнее бабки с крысами. Ну, прикольно. А нам куда? Окей. Ты что покажешь? Что ты включил? А, дверь открыл. Блин, мне кажется, сюда надо заглянуть. Ну, здесь тоже дверь.
не та дверь, да? Что-то выпало. Блин, опять не пройти. То что, ключи или грибочки, не знаю. То, что любит больше. О, что-то появилось. Ключ. Угу. И а ничего не понимаю. А, ручки не хватает, все понял. А нам сюда вообще по сюжету? А что здесь за комната? Там какое-то электричество. А, понял, на время. Окей, окей, окей. Нам, может, просто надо в дверь, а не сюда? А, нет, здесь тайник. Все, окей. Вентилятор давайте включим. Инопланетяне, получается? Ну ладно, мы какую-то коробку взяли. Вот теперь нам сюда. О, я знаю это место, мы здесь были. Это кораблик. Может, что-нибудь ответит? Нет. Просто побаловаться. Кто-то говорил и перестал. А, это наша комната, кстати. Понятно. С нами наблюдают, как мы спим. В кроватке. Tragedy strikes at the heart. Despair consumes the soul. A life crumbles. Мы типа его убили, да? Дай сердечко, пожалуйста. Что-то еще надо сделать? Я ничего сделать не могу. И подобрать его тоже не могу. Ладно, братик, отдыхай.
Так, до меня дошли сведения о том, что пропало некоторое количество провианта. В связи с этим у меня нет иного выбора, кроме как применить усиленные меры безопасности. С сегодняшнего дня рацион будет выдаваться каждому члену экипажа по норме, а склад провизии круглосуточно хранятся. Но это детки воровали. Ля, пиратка, ты посмотри на нее. Я думал, она голая сначала, но нет. Ну, тоже неплохо. Понял. Братик, ты что, ты отдыхаешь, лежишь? Ну давай, вставай. Вставай, шашлык! Шашлык, вставай! Бля, изгнание дьявола какое-то. Куда он улетел? Вот в чем мудрость. Семь, шесть, семь. Ну, я понял. Но я хочу все двери изучить. Тут долбишь какая-то. Бля, мелкий. Смотрите, у него глаза светятся. Так он, это, призрак. Бля, звонок получается. Get up, quartermaster. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. It will help you find your strength. Че, мелкий, ты меня в фильм «Звонок» отправляешь? Угу. Блин, а назад не вернуться, и сохранение еще было. Я не знаю, что там за дверью было. Может, за дверью был ключевой предмет? Давайте попробуем перезайти. Ну да, меня от звонка закинуло. Ну, let's go. Блин, ну переиграть мне не хочется эту главу. Ну там ключевой предмет был, а не здесь. Я думал наоборот. Бля, пацаны что-то смотрят. Какие-то ошметки этих манекенов. Ага, понял. Пом-пом-пом. Ага, пом-пом-пом. Ну, вот тут надолго. Чего? Я вообще ничего не сделал. Я пытался понять вообще, что куда. Ну, ладно. Видимо, засчиталось. Я просто случайно покрутил. Я думал, что надо туда соединить и так далее. Но оно включилось, ладно. Что, пацаны, я все починил, получается? Братик, ты че откис? Здесь нет 0011. Ребят, можно подсказку? Ноль пять одиннадцать. Понял. Можно какую-то подсказку, какое число там надо выставить? Может, одиннадцать одиннадцать?
А, я все должен числа пройти. Назад уже не вернуться. Так, нет, неправильно. Почему 5? Так, давай заново. Тридцать один. А, оно прибавляется, окей. Первое идет вот это, да? Нет, блин, все, я туплю страшно. Давай заново. Почему число 53 появилось? Так, здесь 2. Да. 3. А как я сейчас 5 сделаю? Четыре, шесть и 10? Окей. 4. 6. И 10. 53. Ага. Красивый цветок, спасибо. Все, лифт приехал. Цветок разблокировали. Может, если бы я не ошибся там, может, мне было мало попыток. Я тупил страшно, пытался понять вообще, что на что взаимодействует. О, привет, пацаны, да, здесь места нет. Ну, ладно. Ну, потеснюсь, скажем так. Но если что, у меня ключи в кулачке зажаты, понятно? Если вдруг что, вот этому в харю там встретить какой мерзкий, противный. Они все одинаковые, да? Угу. Ладно, пока, ребят. No man is an island, but one can become a vessel to carry within a flame of another. Ладно, что дело? Блин, ну мне так с дверью обидно, но сто пудов эта концовка как-то на концовку влияла. Да, ты что, больной, что ли? Ладно, пусть гаснет, мне-то что? Ключ взял. Ладно, что, я поехал тогда. Все, пока. А, опять все вместе. Только не пукать, ладно? Особенно ты. Опять головоломки, да, получается? О, открылось? О. Так, ну что, ребят, я пошел. Мне кажется, вы херню делаете, а не работаете. Ну, бог вам судья. Угу. О, кто там стоит, смотрите. Смотрит на меня. Братик, откроешь? Спасибо, родной, люблю тебя.
Попахивает страшилкой. Пахнет очень невкусно страшилкой. Ну, из братика монстр явно лезет. Я побежал тогда. Спасибо. Блин, сорян, братик. Благодарю. Угу. Но он должен был за мной гнаться, видимо. Да, судя по звукам. Но я решил чуточку раньше пойти. А куда? Ну там. Бля. Так. Это что? Это скорее всего нам сюда. Ну давайте-ка завернем и сюда. Блин, фонарик сдох. Блин, я не понимаю, нам сюда, не сюда. Но я бы этот проход не нашел, так ведь? Ага, все, понял, хорошо. Существует мир за пределами нашего скрытой за темной туманной завесой. Там обитают древние твари, бессмертные, вечные. Они среди нас, невидимые, если только сами не пожелают показаться. Если только не выберут тебя, смертного товарища по жестокой игре в шарады. Игрушку, с которой можно позабавиться, а когда надоест, выбросить. Не слушай их, не играй с ними, цена слишком высока. Берегись, талантливый творец или умелый мастер. Берегись, видевший их истинное лицо. Для тебя это лишь безумие и смерть. Смерть получается. Ну вот. Не сильно и хотелось. Так, давайте водичку включим. Экономить не будем больше. Ну блин, как же обидно, что мы не можем вернуться назад. Что такое? О, здрасте. У вас для меня записочка? Благодарю. Так, после ряда скандалов, вызвавших возмущение общественности и сомнений в психическом здоровье знаменитости, наши источники сообщают, что звезда проводит много времени в заперти, за дверью слышатся голоса, иногда смех или плач. Но когда дверь открывается, оказывается, что в помещении никого нет. Впрочем, как напомнил бы нам прославленный критик Ной Уэнсли, необычные творцы редко ведут обычную жизнь. Следует помнить, что настоящее искусство дается дорогой ценой. Растворение в роли порой ведет к растворению собственной личности. Ладно. О, там рука торчала. Блин, что за говно? Чё? О, это мне? Ням-нямка получается. Так, ладно. Давайте кам отсюда. Пришлось укрепить некоторые клетки. Животные чего-то перепугались. Может, почувствовали приближение шторма. Надо заколотить люки. Буря будет нешуточная. Не, ребят. О, что такое? Что-то принес? О, благодарю. Пленочка третья. Спасибо. Я бы руку пожал, но не могу, к сожалению. Прости, братик. Что такое? Там что-то еще появилось? Ты что, балерина? Пусти меня. Ладно, поехали. Полезли.
Похоже на лифт. Дрессировка животных. Клетка животными доставлена вот всех живым грузом в соответствии с рекомендациями. Окей, окей, окей. Подожди, что дрессированное? Погоди секундочку. Собак. Окей. Гав-гавыч, ты где? Только не делай кусь, пока я не проснусь. Что-то с собаками явно нехорошее сделали. Что-то было. А! Я умер? Меня типа собака съела, я открыл дверь в собаке. Типа это не обязательно было делать. Все, плохая концовочка получается. Ля, пацаны, не знал, что так будет, сорян вообще. Ну блин, ну собака меня сожрала, получается. Яблочки. Какой-то простой прямой путь. Так, а я справлюсь. А где мой кубок? Огня. Все, его нет больше. А, вот он. Look, there's something there. Не, братик, я прыгать за ним не буду. Тут страшилка где-то. Я ничего не вижу. Что это? Бутылка? Nothing is as it seems. Может, мне на свету надо идти только? Чтоб мне монстр не съел. А, только в тени, понял. Так, мистер Том Харди не смог бы обойтись без своего любимого капитана Бэйнса. Капитан — центральный персонаж этой истории. Некоторые зовут его Черным Странником из-за цвета парусов его судна. Капитан Бэйнс силен и бесстрашный, ему всегда достаются сокровища. Мистер Том Харди слегка завидует капитану, потому что хочет быть таким же сильным. Ладно. Говно. Ну, ботиночки детские. Хотя не факт, что детские. Ну, я поехал, получается. А, это лестница, чё? Блин. А где? Куда бежать? Это гроб? Закрыто. Что происходит? А! Ты куда смотреть? А чё гроб не открывается? А, он типа там сидит, окей. Ладно.
Тогда не будем открывать. А подсказочку? Ага, понял. Меня уведомили, что некоторые члены экипажа выражали обеспокоенность в связи с новым режимом нормирования пайков. Позвольте себе напомнить, что это решение стало прямым следствием должностных нарушений на борту этого судна. One's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain, there's something out there in the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Не защитит мелкого схавали, как я понял. Опять страшилка чувствую. Какать хочу. Так, хочу это говно сначала остановить. Так, все, заморозили. Бежали, братик. Братик. А, нет, он пробегает здесь. Давай, копай, что ты тут копаешь? Благодарю, спасибо. И вот это еще, пожалуйста. Спасибо. А там что? Там ничего, окей. Пам-п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 ам. Куда? Братик, куда? Куда? Братик, подвинься, спасибо. Тоже подвинься, пожалуйста, спасибо. Все, до свидания. До свидания. А это как? Не понял. А, вот, понял. Бля, смотрите, карапуз какой. Слушай, я тут поговорил кое с кем. Он, конечно, тот еще персонаж, но гений. Тебе есть чему у него поучиться. Как добиться величия, о котором ты иногда говоришь, может, все-таки выслушать его? Не обязательно соглашаться на его предложение, но хотя бы выслушай. Гений. Получается, это Нолан. Я раскрыл. Мы снимаем нового Бутмана, получается. Такой шанс, такая ответственность. Выпустить на волю то, что давно пребывало в заперти. Я слышу, как оно воет, сотрясая собственную клетку, оно жаждет вырваться. Ну и срань, это вообще можно показывать? Мне кажется, это минус монетизации. Ля. Ладно, и в другую сторону, если. Вот здесь квадратик какой-то есть. Бля, братик, я не понимаю, мне может по сюжету туда надо. Стой. Да, закрыто все, мне по сюжету надо, хорошо. Ладно, подожди, давай еще монстра пока посмотрим, еще одного. Вот этого. Бля, страшилка, все, я обосрался, спасибо. Ладно, ну я полез, да? Давай. А как? А, я по тебе прям, ладно, прости. Псином поводил. Понос получается. Закрыто. О, я здесь был только что. Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet.
James, I said leave it. Понял, понял. Грустная история, судя по всему. Куда ты говоришь, дядя? Где ты вообще? И все, это конец. Чё? Взять или сдаться? Что взять? One life outweighs the other. There is no other way. No other way. А типа еду изо рта. А, я сдаться нажал. То есть мне сдаться не дадут, да? Сейчас попробую. Сразу сдаться. Я нажал сдаться. Нет, наоборот. Че? Так, а, клавиши меняются, все, я понял. Надо только брать, да? Или нет, я не понимаю, подождите. По-моему, да. Так, хорошо. D и левую кнопку мыши взять. Сдаться нельзя в этой игре. Блин, там... А я могу сдаться? Да, я сдался, типа, там этих щенят накормить. А почему тогда, когда я стрелял, нельзя было? Ну, я, походу, все. Я что-то сломал, что-то не сломал. Ну, плохая концовочка, жди меня. Я скоро буду. Где моя плохая концовочка? Все умрут. Даже я не останусь. You didn't take it. You'll starve. Ну, бывает, что. You let it go. You'll regret it. Пожалею. Хорошо. You gave up. Да, да, я сдался, все хорошо. You'll never make it. Да, ладно, хрен с ним. Не вижу, так не вижу, ну и хер с ним, все. Что это? Бабадук, который яблоки кушает? О! She held the boy's head in the gutter till he promised to never do it again. There's always someone stronger than you. Так, в прошлый раз ты меня обманул. Я пошел за тобой, и в итоге куда это меня привело? А, здесь тоже тупик. Ладно, давайте за мальчиком пойдем. О, плакатик. What is forever?
if not merely a prolonging of misery. I would gladly give it up for a life of meaning, of purpose. Угу. Окей, Си. Ладно, в этот раз мальчик нас не обманул. Настоящим постановляю переместить запасы в более надежное место в верхнем грузовом отсеке. Необходимо гарантировать сохранность провианта и предоставить его опись в рамках следующего отчета. Обсуждение этого вопроса объявляю закрытым. Это, получается, не дети кушали? Какой-то монстр кушкал. Опачки! Ребят, все. Со стримами и видосами закончено. Я теперь богатый. Карта сокровищ. It's no good. We'll never find any food. James, look at me. And it's all my fault. I said, look at me. I am Captain Baines, the Black Wanderer, the Slayer of the Cyclops, the Seeker of the Flame. I will see us through this. Don't you ever doubt me. Понятненько, но надо было сомневаться, если честно. Как-то дерьмово это все кончилось. Что за звук странный? Опачки. Денежки, получается. Святой Грааль. Так, все. Братик, подвинься. Подвинься, пожалуйста. Спасибо. Это мне? Это мне? Только тухлая рыба на бочке. Даже не взять ее. Угу. 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 Я понимаю, что вы выполняете приказы, и не ставлю под сомнение ваши действия, но решение начальника лишено оснований. Пусть хоть все продукты стухнут, но ему главное, чтобы отчет был. Однако недовольство среди рабочих нарастает, смены становятся все длиннее, пайки все меньше. Я знаю своих ребят, они приличные, набожные люди. Воров среди них нет, но постоянно урчащий живот кого угодно доведет до крайностей. Есть подсказочка? Да, есть. Медленная смерть. Это было. Сейчас страшилка будет, да? Крыска. Maybe there's some food here. Come on, we have to go. Oh. Did you hear that? This way. James, run! Я понял. Братик, поможешь? Спасибо, благодарю. Здесь как? Понял. Понял. Братик, помоги.
помоги. Куда ты? Собака. Там еще, кстати, братик был. А ты чем поможешь? Понял. Ну, интересно было просто. Ладно, все, больше так делать не буду. Пошли на выход. Плакатики так. О! Подвинь. Спасибо. Спасибо, братик. Спасибо, благодарю. It beats no more. We failed them. This world never deserved us. Let's watch it burn together. Угу. Позитивненько, добренько, спасибо. А! Я будто... На самом деле меня и не было. Ну, блин, братик, прости, ты мне мешаешь немножечко. Ты в каком-то подвешенном состоянии, что ли? Сейчас, погодите, воду включу. Здесь больше ничего нет. Что надо сделать-то? А, понял. Вот что здесь. Братик, поможешь? Спасибо. Убийственная шутка. Выйди на свет. А как какать? Так а мост мне кто построит? Чего? Ладно. Угу. Так, ладно, с этим разберемся. Здесь закрыто, здесь что? Здесь ванна. Братик, нормально тебе? Комфортненько, уютненько. О, бокальчик винца, конечно, вообще по кайфу. Но, к сожалению, счастье не бесконечно. Прости, братик, пока. Нормально, в мяшку превратился, получается. Поможешь? Спасибо, братик. You think you can survive? Не факт. Но я попробую, обещаю. О, привет. Алексей. Вы? Шо, по телеку кал, наверное, показывают? Дорогу, 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 пес. Пошел в задницу. Ты пошел в задницу. Куда? Куда? Что это за дырка? Ладно. В дверь было бы, типа, слишком очевидно, поэтому я в дырку упал. Так, и что надо делать? Взорвать просто?
Ну да, бойцовский клуб. Сейчас бы Серегу пирата включить. Where is my mind? Угу. Это какая-то дополнительная концовка. Все-таки мы идем на хорошую уже. А, все, глава третья. Угу. Bloody roots. А это куда дверь ведет? А, это не дверь, понял. They had each other. You are alone. Обидно сейчас было, конечно. Что-то появилось, да? Манекен. Про аж жилище, взведенное из, из балок и стен. Жилище, взведенное из страхов и грез. Пирожное? Нет. Не знаю, что за слово. Но, походу, мы не все разгадали, иначе бы нам показали. Я, по-моему, вообще никакие слайды не находил. А, нет, вот этот новый, да? Чин-чин. В чем дело? Я слышал, режиссер в ярости, уже готов все отменить. Похоже, ваше видение главного героя коренным образом разнится. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, твой друг и агент. О, мы нашли. Ну это этот вот брат с сестрой, который гуляет по кораблику. В куб появился. Но я походу в первой главе пропустил его. А это мы тоже находили записку. Что-то новенькое, может, появилось. Ой, не то нажал. Досчиталось? А, вот она, клетка. А я понял. За этой кодовой дверью был плакат. Ну, надеюсь, плакат не влияет на концовку. Создание персонажа. Взгляд вглубь обстоятельств происхождения, что привело меня сюда. Ну все, третья глава. К сожалению, на этом видео заканчивается. Как я и говорил в самом начале, я решил разделить это прохождение на несколько видео, потому что иначе было бы очень долго. Пока я это все смонтировал, выложил, прошло бы уже несколько дней, как по мне. Но, что я могу сказать, вторая часть выглядит в принципе неплохо. Мне не нравится то, что записка не озвучена, теперь я их должен сам вслух читать. Какие-то проблемы с управлением, но, возможно, и правда, это из-за того, что у меня новая мышка. Вот я буквально сегодня купил, и как-то очень неудобно. Сама история... Ну, прикольная вроде, но первая часть как будто страшнее была. Ну, здесь за счет монстров страшнее, потому что та бабка из первой части, ну, так себе, если честно, пугала, а вот этот монстр довольно-таки страшный. Еще мне безумно нравится геймплей с фонариком, когда мы с помощью пленки типа возвращаем, перематываем, ну, это вообще класс, мне безумно нравится. Так что вот, обязательно закончим это прохождение, я думаю, будет еще два видео, где мы пройдем, например, главу 3 и 4, а в последнем видео пройдем главу 5 и концовку. Но еще раз хочу вас поблагодарить всех за поддержку, ставьте лайки, подписывайтесь, и мы увидимся в следующей серии. Все, берегите себя, не снимайтесь в плохом кино,
вот как такое. А снимайтесь только в хорошем. Все, чао.